И всем привет, ребята! Сегодня я куплю других персонажей и предлагаю начать с Фантасмена. И сейчас мы проверим, что он может. Так, Вантус. Ну, это слабенький, надо прокачать. Неплохо. Неплохо он справляется. Плюс тоже чипов. Справится. Единый человек. Дальше. Привет, ну он неплохо справляется. Везде ученый. Так, с ней же не справится, Вантус. Ну, постарайся, Вантус, мэн. А не справится. Он неплохо справился. Я решил окно продавать купить. Вот с этим окном камера в ней. Вот она. Давайте 5 уровней за камеру в ней. И 5 же спикер в ней. Просто жесть. Конечно, не понимаю, что у вас. Капец. А как сражаться?
you take my pick? Sorry, I lost control. Не, ну, ребят, камера Woman — это вообще жесть. Давайте теперь, кстати, в Woman поиграем, что ли. Посмотрим, что она может. Есть экран. Да, подходилось, да? Просто жесть. Но она слабее. А? Подумаю. Половина девятого. А ні, половина десятого. Готово. Не, она просто телек включена, она дохнет. Дальше у нас есть. Она отходится. Вынес. Вынес. Мать тоже вынесу. Да. Можем бежать. Ребята, я извиняюсь за рекламы. Так, вы извините, циглич, я хочу сказать.
Что ж, ребята, в следующей серии я куплю спикер большого тюмена. Думаю, на этом мы закончим. Всем пока. Извиняюсь за рекламу. Всем пока.